«Как меня изменила пандемия» – конкурс подкастов от Азаттыка. Всем привет! Меня зовут Камила, мне 12 лет, и сегодня я хотела бы рассказать, как пандемия изменила мой образ жизни. Да, на карантине я не хотела тратить время зря, поэтому решила привить себе полезные привычки. Например, как медитировать утром, например, как заниматься утром спортом, потом учить иностранные языки, как английский, украинский язык. Я также решила ухаживать за своей кожей. Я начала очень много читать и читать много интересных статей, которые действительно меня заинтересовывают. Но моя мама работает в роддоме. Я за нее очень переживаю. И она каждый день приходит уставшая. Я переживаю за ее здоровье, поэтому пытаюсь меньше расстраивать ее. А папа, он у меня строитель. Из-за карантина он не работает, а я его пытаюсь подбадривать и поднимать ему настроение. Я бы вас попросила поддерживать друг друга, поддерживать близких своих, родных людей, друзей. Может, им тоже сейчас нелегко, как и вам, но вместе вы справитесь. Сейчас в интернете есть много онлайн-курсов, которые вы можете пройти и научиться чему-нибудь новому. Как делаю я это сейчас? Я считаю, что вы не должны ждать того момента, когда у вас покорит какая-то мотивация, какое-то вдохновение. Если мотивация и вдохновение не приходят, сделайте ее сами. Можете ее придумать. Неважно, главное, чтобы вы начали работать над собой. Не унывайте, даже дома, пусть даже и на карантине, добивайтесь своего, добивайтесь своих целей, осуществляйте свои мечты, свои планы, свои ожидания. Делайте свой каждый день счастливым. Я надеюсь, я вам помогла, я вас мотивировала, вдохновила, поэтому берегите себя и своих близких. Это очень важно. И всем пока-пока. «Как меня изменила пандемия» – конкурс подкастов от Азаттыка.